Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Дмитрий Медведев, и вы на моем канале. С правой стороны вверху вы можете видеть соцсети, можете в них подписаться, и постоянно там информация актуальная по всем моим проектам. Сегодня мы принимаем участие в аирдропе от компании Blue Note. Этот аирдроп предлагает нам $7, а также $3 за каждого приглашенного друга. Blue Note этот проект запускает первый в мире протокол энергоэффективности на основе блокчейна. Это создает децентрализованную экосистему, которая позволяет строительным операторам по всему миру учиться друг у друга тому, как тратить меньше энергии за счет распределения сбора данных. Ну и кому будет интересно, посмотрите, white paper тут есть на 71 страничке, официальный сайт bluenote.io. Перейдите, посмотрите, но мы с вами без всяких вложений зарабатываем, как обычно. Переходите по ссылочке, которая расположена снизу моего видео, и попадаете на страничку вот этого airdrop. И проходим с вами задание. Нажимаем в Telegram группу, нужно вступить. Вступаем в Telegram группу и переходим обратно. Теперь вот сюда в Telegram группу еще надо вступить. Вступаем, переходим обратно. Далее нам нужно будет вступить в твиттер этого проекта Blue Note. Нажимаем на читать, читаем. И также еще вот в этот твиттер я уже читаю. Вам нужно будет нажать и также будете читать. Далее. Нам нужно будет подписаться на страничку Фейсбука этого проекта. Просто нажимайте на пальчик «Нравится» и автоматически подписка происходит. И также нужно будет вступить в группу, вот в эту, Facebook. Я уже вступил, вы проделаете то же самое, нажмете на пальчик «Нравится» и автоматически подпишетесь в эту группу. Далее. Нужно будет ретвитнуть, сделать ретвит вот этого поста. Нажимаем сюда, ну, ставим лайк и на зеленый квадратик. И делаем ретвит. Все. Все задания выполнены. Теперь нужно только нашу информацию. Переходим вниз, вставляем email. Также ссылку на профайл Фейсбука, никнейм Телеграма, Твиттера, также свой MyEtherWallet, три галочки, и проходим капчу и нажимаем Join Airdrop. Все, Airdrop пройден. У кого нет MyEtherWallet, под видео ссылочка, как его завести, как им пользоваться. Нас поздравляют, что Airdrop пройден. Здесь же у нас реферальная ссылочка, по которой мы сможем приглашать друзей. Ну, в принципе, и все. Чтобы проверить, вводим сюда электронную почту и также получаем эту ссылочку и смотрим, сколько рефералов у нас уже имеется. Ну, в принципе, airdrop пройден. Также мы сохраняем эту страничку к себе в ссылочке, чтобы в любой момент открыть и посмотреть, как у нас обстоят дела с этим airdrop. Ну, а на этом все. Также, да, я забыл сказать, что если вдруг у вас не открывается страничка, то вам нужно VPN воспользоваться. Под видео есть ссылочки, как это сделать и в Opera, и в Google Chrome, и так далее. То есть проблем вообще нет, он вам пригодится в дальнейшем. Но у многих, скорее всего, он уже есть. Поэтому на этом все. На вопросы, если они будут, отвечу в комментариях. Кому была полезная информация, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. На соцсети я вам уже показывал, а также на них есть ссылочки в описании. Там всегда найдете актуальную информацию. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий проект. Всего доброго, до свидания.